напугал. Что ты тут делаешь? А на что это похоже? И, кстати, что если нас увидят? Завтра утром во сколько встретимся? Дорогая, я пойду в кабинет и поработаю. У меня есть пара документов, которые мне нужно посмотреть. Это ненадолго. Ты же не возражаешь? Конечно же нет, дорогой. Ты что там смотришь? Я тут смотрю разные туры. Кстати, жизнь моя, ты же знаешь, что есть всякие кругосветные путешествия. И я подумала, может быть, мы всей семьей отправимся в круиз? Ину, Синан, Эльчим, Чагла, Эда, Волкан, ты, я, Бурак. Все вместе. Я думаю, мы нуждаемся сейчас в этом. Расслабимся немного, заодно поможем наладить отношения между Эльчиной и Эдой. Хорошая идея. Мне нравится. Тогда я могу сказать Бураку, да? Хорошо, жизнь моя. Хорошо, я скоро вернусь. Хорошо, дорогой. В смысле, ты уходишь из клуба? Если тебя там не будет, то и меня тоже. Мы найдем себе другую работу. Бурак, не веди себя как ребенок. Бурак, где ты, сынок? Бурак! Бурак, мы больше не можем видеться. И если ты продолжишь ко мне так относиться, я буду вынуждена съехать из дома. Хорошо, я понял. Сделаем по-твоему. Я перестану так делать и не сделаю ничего, чтобы обеспокоить тебя. Хорошо. Ты слышишь, да? Хорошо? Господин Бурак, вам лучше уйти отсюда, пока ваша мать не пришла. Ослы, а ты постой тут и не издавай звуков. Брат Халиль, как ты узнал о нас? Потом расскажу. Лучше поторопитесь. Ай, Бурак. А я везде тебя ищу. Что ты здесь делаешь? Ничего, я услышал какой-то звук и решил проверить. А ты что-то хотела? Да, сынок, я хотела с тобой поговорить. А, поговорить? А может, завтра поговорим, мам? Я очень устал, хочу спать. Ну, пожалуйста, может быть, завтра? Хорошо. Хорошо. Спокойной ночи, сынок. Хорошо, спокойной ночи, мама. Брат Халиль, я могу все объяснить. Ослы, ты не обязана что-то мне объяснять. Мы тоже были молодыми. Не волнуйся, это все останется между нами. С господином Бураком я потом поговорю. Хорошо. Мама ушла. Брат Халиль, большое спасибо. Слава богу, что вы не попались. Ты в порядке? Ты ждешь, чтобы я была в порядке? Ты понимаешь, что ставишь меня в трудное положение? Теперь ты увидел? Да, я все хорошо понял. Ты с самого начала была права, прости меня. Thank you.
duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...